Добро пожаловать на 13-й выпуск. В этом выпуске я расскажу вам... Эй, что ты делаешь в моей студии? Ничего. Убирайся, дурень. Почему ты не хочешь интернет? Я сказал нет. Может, хочешь путешествия? Нет. Водки? Или, может, пиво? Нет, отстаньте. А как же демократия? Нет, нет, нет. Как насчет эротики? Нет! А может, пульбы? У меня есть. Моя лучше. Пошлите, ребят. Бесполезно. Так будет с каждым, кто не купит мою пульбу. Звоните и заказывайте. Так, чуть-чуть революции вот здесь и здесь. Еще несколько мирных ядерных ударов, и мой план по контролю мира готов. Хороший план. А как ты сюда попал? Нет, 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 это нельзя скручивать. Отдай сюда. Не поджигай. Так я Майка в очередной раз спасла мир. С кем ты разговариваешь? Со зрителями. Какими? Скоро поймешь. Друзья, я только что подтвердил наличие второй Земли. Система Кеплер-452, она на 60% больше Земли и находится в обитаемой зоне. Совсем скоро можно будет туда перелететь. Я буду работать над кораблем. А теперь мы можем официально засирать Землю. Понял, Гринпис? Ура! Ура! Что ж, ты был прав. Здесь нормальная температура и есть атмосфера. Вот только в ней нет кислорода, на планете отсутствует вода, и сейчас идет дождь из камней. Откуда мне было знать? Сначала надо было послать исследовательский зонд. Лучше бы на Марс прилетели, мы хотя бы знали, как там.